20 новых квадрокоптеров передали в региональный ресурсный центр волонтеры Подмосковья для нужд СВО. Оборудование для бойцов на передовой собрали силами предпринимателей городского округа Химки. Передача состоялась в рамках программы президента «Мы вместе». МКУ «Малый бизнес Химки» регулярно проводит взаимодействие с предпринимателями городского округа в целях обеспечения гуманитарной помощи и поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. С начала специальной военной операции мы находимся в постоянном диалоге с семьями военнослужащих, поэтому любая помощь доставляется оперативно. Переданные квадрокоптеры обладают всеми необходимыми техническими характеристиками. Их эффективность позволяет сохранять жизни военнослужащих, поэтому потребность в них все время растет. В настоящее время очень важно, чтобы было хорошее оснащение и специальные средства. Данные квадрокоптеры являются лучшими на отечественном и зарубежном рынке. Их дальность полета до 20 километров. Все квадрокоптеры будут отправлены нашим бойцам, нашим химчанам, находящимся на передовой. С начала СВО жители Химок собрали и отправили более 150 тонн гуманитарной помощи. При поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.